Когда в Энгельсе приняли решение о строительстве новой школы на Шуровой горе на 1100 мест, Комитетом по образованию молодежной политики администрации Энгельсского района была разработана дорожная карта по организации образовательного процесса. Одним из наиболее важных стал вопрос подвоза детей к их временному месту обучения – бывшей школе номер 7 на улице Телефонная. Именно сюда до открытия новой школы, а ее запуск планируется уже 1 сентября, и перевели всех учеников 14-й школы. Родителей школьников волновал вопрос, как будет организован подвоз детей. Наша съемочная группа выяснила это на месте. К отбору транспортной организации подходили особенно тщательно. Автобусы для перевозки школьников должны соответствовать многим критериям. В первую очередь, требованиям безопасности в соответствии с законодательством по организации перевозки детей. Был разработан подробный маршрут, согласованный со всеми ведомствами. Определен график подвоза. Назначены ответственные, которые встречают и провожают детей. И, конечно же, все эти мероприятия у нас проходили в тесной связке, взаимосвязи с нашими родителями. Потому что их в первую очередь этот вопрос очень сильно волновал. У Елены Антоновой ребенок пошел в первый класс, поэтому волнение было в два раза больше. Очень переживали по поводу подвоза. Сейчас очень довольна, потому что действительно организован этот процесс очень качественно, никаких сбоев нет. Автобусы теплые, автобусы все организованы ремнями безопасности, оборудованы ремнями безопасности, просторные, все дети сидят. В каждом автобусе обязательно присутствуют три учителя. Мы понимаем, как сложно было организовать такой процесс, столько детей перевести в две смены, и огромная благодарность администрации Энгельсского района во главе с Александром Михайловичем Стрелюхиным за то, что мы можем спокойно отпускать детей. Патрульная машина ГИБДД сопровождает автобусы по всему пути следования. Определено три времени подвоза в соответствии со школьными сменами. Место высадки и посадки удобное. На транспортной развязке по улице Лесозаводская у одного из супермаркетов. На сегодняшний день 430 детей имеют возможность таким образом продолжить процесс обучения до ввода в эксплуатацию новой современной школы на 1100 мест с бассейном и конференц-залами. А именно такое образовательное учреждение и будет построено в микрорайоне Шурова гора города Энгельс. Все этапы строительства нового здания школы будут освещаться в средствах массовой информации и еженедельно размещаться на сайте администрации Энгельсского муниципального района.